Вы допускаете, что человек, скованный по рукам и ногам цепями, может так поддаться чувству, что забудет обо всем на свете, забудет о жизни, которая гнетет его, забудет о цепях, которые его сковывают. Но потом наступает прозрение, и холодный рассудок говорит о том, что эти цепи разорвать невозможно. Это же безбожно.